Интернет хороший, потому что узнаешь много полезной информации, которая нужна тебе в школе и много где. А негативное то, что плохо влияет на наше зрение. И есть такие же негативные, как игры и сериалы. Фильмы смотрю, в социальных сетях обещаюсь. Каждый день, наверное, да, в интернете? Да. Скажи мне, пожалуйста, а ты знаешь о негативных каких-то факторах, влияющих на человека? Ну вот интернет как влияет негативно? Не знаю. Знаешь, никогда не задумывался? Нет. Хорошо, а что хорошего тогда от интернета? Без понятия. Каждый день относятся нормально родители к этому. Ну если в меру там сидеть, тогда все нормально. Нормально, да? Да. А как думаешь, что хорошего дает интернет? Можно находить разную полезную информацию, общаться с друзьями. Ну, каждый день. Да. Родители разрешают. Ну, в меру, конечно. Сначала уроки, там, потом интернет, конечно. А вообще слышал, знаешь о таком, что интернет – это не только что-то хорошее, приятное развлечение, а он еще и плохо влияет? Ну, слышал, там, на зрение, и психика для ребенка, слышал. Как ты считаешь, ты себя, например, как-то сам ограничиваешь, или родители, может быть, говорят, там не больше одного часа в день? Родители ограничивают. Да. Я бываю, если родителей нет, то посижу много, а если родители есть, то ограничивают с интернетом. Кто же не знает, что такое интернет? Каждый день идем? Не каждый день, у меня нема времени. Ага, а чем же ты учишься, да? Я учусь и занимаюсь параллельно спортом. Я считаю, что интернет как хорошо влияет, так и плохо, потому что в интернете можно найти информацию, которая тебе нужна, а когда ты играешь в игры, то, естественно, ты ничему хорошему не научишься там. Интернет – это очень полезная штука, там можно найти очень много интересного, можно пообщаться с друзьями, можно много найти сценариев, полезной информации для себя. А уроки когда делаешь? Пользуешься интернетом? Иногда да. Google переводчик. Да, да. Вот это вот, да, есть. Биография писателей. Ну да, да. Иногда книжки, иногда интернет. А вот скажи мне, пожалуйста, интернет же наверняка еще как-то плохо влияет. Что-то же есть в нем плохого. Как ты думаешь, что это? Ну, то, что он затягивает, и мы долго сидим в нем. Много программ показывают по телевизору, что, в общем, в интернете о плохом, типа. И то, что меньше надо в нем сидеть и больше заниматься с учебой. Со школы прихожу, вот, и все. Нет, не тихо, до утра. Тихо. Я знаю предел. А, знаешь предел? И какой у тебя предел? Ну, предел около... Нет, часа 4. Достаточно. И что, чем ты занимаешься в интернете? На какие сайты ходишь? Ну, обычно ВКонтакте сижу, ну, и более... Читаю всякую информацию. Например? Например... реферат. К примеру, искать реферат, там читать надо, либо проект делать какой-то. Если ты читаешь в интернете, это не заставляет тебя деградировать. Ну, когда-то надо отвлечься, там, поиграть во что-нибудь. Интернет вообще штука очень полезна. В ней можно и все узнать и о школе, и о человеке, и о... Вообще, это основной центр развития человечества. А как же люди раньше жили без интернета, без этого центра развития? Может быть, из-за телевидения, не знаю. А еще раньше не было телевидений? А еще раньше, ну, там палочки там разлаживали. Ага, то есть как-то так развивались. Ну да, развитие шло. Понятно. Ну, а давай теперь вот о плохом, что несет в себе интернет, знаешь? О плохом? Ну, если, ну, может, там... Засиживаться сильно люди, там вызывают всякие заболевания, там глаза портятся, не знаю, там проблемы со здоровьем возникают. Ну просто там часика там два в день можно и развлечься там в интернете. Я считаю, что интернет может вызывать и хорошие привычки, и плохие. Если неправильно пользоваться, то можно и много пользы для себя извлечь. Хорошо, а что плохого? Какие плохие привычки он вызывает? Большое времяпрепровождение в социальных сетях, в разных онлайн-играх. То есть таким вот не... Нет, ну я сижу в социальных сетях, много времени, не спорю, но я не считаю это чем-то хорошим. Ну, интернет – это как информация о всем и всех. Можно найти много чего хорошего. Иногда можно там посидеть, именно убить время, когда нечего делать. Но лучше пойти почитать. Ну, в общем, интернет – это и с одной стороны и хорошая, и плохая вещь. Ну,
тебя родители не ограничивают, или ты сам себя регулируешь свое время в интернете? Ну, иногда папа приходит, замечание делает, что я сильно долго сижу. Да, я с этим соглашаюсь, бывает, затягивается. А так я сижу максимум 20 минут. 20 минут в день? Нет, ну... Сколько в день проводишь в интернете? Часа 3-4 проводишь? Нет, часа 3-4 нет. А ночью засиживаешься? Нет. А на выходных? На выходных в основном на улице выхожу. А какие игры играешь в интернете? Почти не играю. Мне лично так посидеть, попереписываться, узнать, как у всех дела и все.